После 10-летнего перерыва военная кафедра вновь открыла двери для студентов. До 2008 года университет готовил танкистов и связистов. В сентябре этого года на военной кафедре ЗАБГУ началась подготовка командиров мотострелковых отделений. Сегодня в концертном зале Дома офицеров прошло торжественное открытие кафедры. Это событие нужно только приветствовать. У нас вообще давние традиции защиты Отечества на территории нынешнего Забайкальского края, начиная с казаков, да, потом пограничники. У нас вообще военные кафедры были всегда. И в педагогическом институте, и тогда в политехническом институте, и в медицинском институте. С какого-то периода времени они были ликвидированы, но сейчас появились новые задачи в связи с совершенствованием технического оснащения российских вооруженных сил. Требуются специалисты более высокоподготовленные, и не обязательно их обучать только на территории военных вузов. Да? Они могут обучаться по гражданским специальностям, пересекающимся с военной тематикой. Стать курсантом военной кафедры могут студенты второго или третьего курсов. Конкурсный отбор серьезный. При поступлении молодые люди должны сдать нормативы. Учитывается уровень физической подготовки, состояние здоровья, а также успеваемость в учебе. Теоретические знания курсанты получают в университете, а на практике с военным делом бойцы знакомятся в окружном учебном центре в Песчанке. Алексей Хомченко – студент юридического факультета. Освоить военное искусство он мечтал с детства. Мы учимся раз в неделю в определенный день. Обучение у нас проходит около 8-9 часов. Мы занимаемся строевой подготовкой, учим уставы, изучаем распорядок дня и как вообще всю специальность военного. В дальнейшем как-то планируете связать свою службу? Да, конечно, я хочу пойти в силовые структуры. Либо в армию, либо, может быть, какие-то другие. После обучения курсанты получают воинское звание и военный билет. Это дает им возможность служить в армии по контракту, а также они могут устроиться на работу в государственные органы. Сейчас на военной кафедре учатся 36 человек. С 1 февраля следующего года начнется подготовка студентов по направлению стрелки. Екатерина Петина, Дмитрий Пеникин. Время новостей.